С кем бы из людей, живых или ушедших, вы бы хотели пообедать? А, ну с Путиным, конечно, я ему много чего скажу интересного. Ну, как бы, есть определенные идеи насчет того, как развивается страна и где что-то надо немножко подкорректировать, в каких местах винтик такой сделать, такой, в каких прям сильно курс изменить. Ну, то есть, как бы, с Путиным, безусловно. Ну, потому что зачем мне обедать с Эйлером, я примерно представляю, кто он, ну, я бы им просто сидел и восхищался, да? Мне нужно пообедать с человеком, если, на которого, если я повлияю, то это сильно повлияет на мою родную страну. Но это, естественно, Путин на сегодня. Вот одна вещь, которую вы бы сказали Путину, если бы можно было одну вещь выбрать. Собирай земли, хватит валять дурака. Ну, Донбасс, как бы, например, страдает ровно от того, не от того, о чем нам интеллигенция рассказывает, что, мол, в него там кто-то втырился, а от того, что его не берут в семью, да? То есть, как бы, подход должен быть такой. Цель существования России всегда, вообще, всю жизнь, всю историю всех веков — это собирание земель. А в данный момент мы отходим от этой цели, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, он мне объяснит, что я ошибаюсь и что это длинная стратегия, но скажу я именно это, что а где выполнение цели собирания земель? Где оно? Это российское кредо. Без этого России нет.